что снова врываемся в эфир, ребят. С вами сегодня СЛТВ Адекват. Не забываем, что с вами наблюдаем за про-серии. Это СЛТВ, это второй раунд. И группа D, опять-таки, в той же самой про-серии. Команда Team Life против команды Zero Try. И пока Team Life ведут со счетом 1-0. Напоминаю, система проведения здесь внутри группы BO2. Соответственно, вторую карту мы сейчас с вами посмотрим. И тут либо команда Zero Try берет реванш, скажем так, и счет сравнивается, берут они по одному очку, либо же Team Life выиграет вторую карту и зарабатывает 3 очка в своей группе. Ну, вот варианты 2. Факер извиняется, опять-таки, сказал, что в эту карту он подстримить не сможет вместе со мной, и потому что его там все-таки зажали в том месте, где он сидит. Много, говорит, кто орет, у меня просто, говорит, наушники не выдерживают. Вот, ну, ничего страшного, Факер как-нибудь еще к нам ворвется. Так, ну и тут... Вижу, народ потянулся в чатике, что тут происходит, такой невероятный экшен. Ладно, ребят, будем смотреть за второй картой, уже пошли пики и баны, ребята поменяли сторонами. ПКГ у нас забанил Абадон от Волдеваура, здесь Линк забанил Нагу, Сирену и ее, и Бэтрайдер забирает себе ПКГ ферстпиком. На что ответочка команды Team Life вполне себе стандартный, вполне себе ожидаем от этой команды, это Нэчс, Профит и Чен, конечно же. Ну и последний пик в этой стадии от ПКГ. Ну, Team Life знает, что делать, они уже выигрывают не одну игру, скажем так, с таким пиком, да, то есть они сегодня 2-0 обыграли Аурбай, они сейчас одну карту взяли у команды Zero Try, тоже тем же самым пиком, пуш потенциалом. Опять-таки Nature's Profit first пиком и какой-нибудь еще пушер, типа Enigma, его сейчас они взяли Чена, то есть, ну, все у них, в принципе, идет пока по стандарту и по накатам. Так, ну и задумался ПКГ. Что опять-таки брать? Ну, он знает прекрасно, что будет делать противоположная команда. Теперь ему нужно брать что-то на отпуш. Что-то такое, чтобы не дать Team Life собираться вместе и не сносить им ТВРа. Вот под этим и задумался, конечно, у нас ПКГ. Посмотрим, что возьмет. Но опять-таки, начало у него будет крайне тяжелое. Я помню, как и в первом раунде команда Team Zero Try пыталась выйти, как-то нормально начать свою группу, но в итоге тоже там что-то 0-4, что такое они начинали. В общем, все было очень-очень плохо. Ну и, видимо, история повторяется. Ну, те, кто не знает историю команды Team Zero Try в этой про-серии, конечно, очень тяжела была. Они еле-еле делили 3-4 место, еле вышли, получается, во второй раунд сейчас. Ну и с поражений начинать, конечно, точно неохота. Ну и спрашивают, кто такой за Ристанс, это Блава, кто не знает, сейчас у нас Blow U-Brain играет с ПГГ активно, ну а Азан, Ньюбик и Варден, в принципе, играли уже относительно давно с ПГГшкой. Так что у них более-менее стабильный стак сформировался, однако пока вот мы видим, не все получается. Ну и на самом деле не все сразу, поэтому посмотрим, что будет в дальнейшем. Так, ну и ждем пики. Рубика забирает вторым пиком у нас в ПГГ. Ну вот что-то пока непонятно. Они же прекрасно знают, что сейчас будет Team Life делать. Они сейчас возьмут себе какой-нибудь Windrunner, возьмут Enigma и все снесут к чертям. Ну, правда, у Драгонайта забанили, да, знают, что, конечно же, любит Хастажирот, он в миде на нем постоять. Что отлично, Виса же тем временем банит у нас Team Life, ну, еще по одному бану в этой стадии. Квапу банит у нас тем временем ПКГ, ну и последний бан, посмотрим, что забанит. Так, ну вот я пытаюсь тут выбить информацию. По-моему, сыграли у нас между тем команда ОТВГ против команды Секс, что ли? Да-да-да, со счетом 1-1, кстати, по одному очку они зарабатывают.
Да, ну и получается, пока команда ТВГ занимает топовую позицию, однако они сыграли уже две встречи, у них и 4 очка из 6 возможных, получается, Team Life. Пока имеют 3 очка, но если они сейчас выиграют эту карту, у них будет уже 6 очков, тогда они ворвутся в первое место. Волоски, еще будут игры сегодня? Я не знаю, ну вроде бы больше не должно быть. Хотя вот они намеревались сыграть еще с командой ОДВГ, не знаю, будут ли в итоге. А нет, против Аурбая они должны играть 19 сет, 21-0-0. Но, конечно, сомневаюсь, что команда Аурбай будет играть в такое время. Ну, вообще-то посмотрим, если что, информация опять-таки в паблике dambaka.com/adekvattv. Не забывайте подписываться туда. Вот, кстати, игры, которые сегодня прошли и еще будут проходить, обязательно тоже туда залью. Так что, ребят, те, кто пропустил, обязательно смотрите. Очень интересные, очень красивые игры. Так, ну и у нас тем временем получается минус Timber Soul. Life забирает себе пака, Life Stealer снова берет ПГГ. Все-таки на него делает ставку. Ну, здесь, конечно, инфест бомбы будет у нас работать теперь с Ботрайдером. Вроде бы все ясно. Ну и по одному пику еще в этой стадии посмотрим, что заберут. Виндранер взяли на лайф. Ну вот как я и предсказывал. Виндранер, если не дают, они берут. И этот виндранер у нас в качестве такого полукерри будет в трипле стоять. Семикерри. Пак у нас миди, значит, против на сложной линии. Ну, в принципе, у лайфа все стандартно. Так. Ну, ПГГ, что возьмет себе? Пока у него есть соло-мидер, получается, да, есть Рубик с ластиллером в триплу куда-то. Ну, не хватает еще одного суппорта и еще одного кот-оф-лейнера. Так, еще в качестве анонса, ребят, завтра тоже трансляции будут. Опять-таки, та же самая про-серия группа D. Те же самые Zero Try должны завтра играть, по идее. Команда ОТВГ. В общем-то, завтра тоже интересные игры будут, так что идите за анонсами, ребят. Темпларочку забирает у нас тем временем ПГГ последним четвертым пиком во второй стадии. Темпларочка у нас теперь тогда пойдет в мид, а Бетайдер все-таки будет на сложно. Начнет с леса. Мне не хватает последнего суппорта. А именно суппорта неприятного для себя, Тимлайфа должны убирать сейчас. Ну, а получается, команда Zero Try, да, вот убирают они как раз килишака. А команда Zero Try должны забанить, получается, какого-то тоже суппорта. Какого-нибудь суппорта, который тоже имеет неплохой пуш-потенциал, который будет стоять вместе с Виндранером и Ченом и иметь активные нюки. Потому что на ранней стадии Team Life именно через такую триплу играет, очень активную, с обильным количеством мэджик каких-то спеллов, которые наносят невероятное количество урона. Вот, посмотрим. Убирают Джиггернаута. Ну, такое интересное решение от ПГГ. На Team Life что возьмут? По последней пику осталось. Ну, Бейна я подозреваю, что брать надо. Вообще просто Бенди залетает на пятерочку. На самом деле Team Life, это тот, кто будет контролировать и Lifestealer, и Templar Assassin, и так далее, и так далее. И тем более этого суппорта не забанил ПГГ. Ну что, Team Life, Бейн или нет? Или все-таки, может быть, что-то с пуш-потенциалом возьмут? А что можно взять с пуш-потенциалом, с другой стороны? Что так хорошо? Так, ну, Шаду Демон вроде сюда не вклинивается никаким образом. Кто еще может быть? Лина какая-нибудь? Ну, не знаю. В принципе, тоже отличные прокасты есть, однако Чен плюс Лина, сложно сказать. Но Бейна брать надо, все тут вообще без вариантов, на самом деле. Бейна и в трипле может отлично простоять, у него будет и Найтмэр, и там Инфибл, и так далее, все, что нужно. Но задумался у нас сейчас Линк на своим последним пиком. Так, что, кстати, по голосованию хочу посмотреть. Вот Zero Try, конечно, все будут болеть именно за эту команду. Тут у нас практически больше 70% проголосовавших именно за них. С командой Team Life проголосовало 21%. Ну и на ничью поставило 7% всего.
Дарксира берут. Ага, тут тоже в корне тогда меняется. У нас расстановочка лайнов, да, получается? Тогда как? Дарксира у нас в качестве кого? Ну, как... Хотя, ну, с Ченом, в принципе, в качестве полусуппорта такого. Почему бы и нет? Или что они будут делать? Ну, понятно, кто-то из них должен пройти, отправляться у нас на сложную линию, а кто-то в лес. То есть я про, говорю сейчас про Nature's Prophet и Дарксира. Ну, все-таки, наверное, Nature's Prophet отправится на сложную линию. Дарксир у нас... Не знаю, полулесной, полусуппорт для винранера. В общем-то, непонятен не пик, на самом деле, а последний от команды Team Life. Ну и Enchantress забирает нас ПГГ. Ну что, тут вроде бы все ясно, да, у нас получается Варден плюс ПГГ будут два суппорта, Ньюбик будет фармить в трипле, Блава у нас будет на сложной линии, ну и Темпларочка в мид, это у нас будет кто? Это у нас будет Азан, да, конечно же Азан. Так, ставим статистику, поставим какой-нибудь интересный худ. Вот этот вот мой любимый. Так, ну и посмотрим, что у нас там команда Team Life. А, Хестажи Ротен будет играть у нас на Дарксире, что интересно. Ага, Дарксир соло мид, что ли? Или как? Вообще непонятно. Крит у нас будет на Чейн играть, Линк у нас капитан команды на Паке, Эйс на Винранер, ну и Эн будет на Нишпрефте. Просит РМК у нас ПГГ, какой-то мистейк у них там, да, видимо, две куры купили, что ли, или что? Да, два курьера купила команда Zero Try, поэтому будет делать у нас РМК, в общем, понятно. С коммуникацией у команды Zero Try все в порядке. Это видно просто невооруженным глазом. Так, ну что, у нас опять-таки моментальная загрузка карты сейчас. Ага, вроде бы все готово. Линк у нас не подключился еще. Крит отключился. Что-то происходит с командой Team Life. Все отключились, лолка. Короче, что-то опять намудрили. Намудрили. Ладно, будет у нас еще одна РМК. Ну, во всяком случае, на мод на АП, то есть, да, мы снова эти пиктаймы смотреть не будем. Ладно, дождемся, пока они нормально стартанут. Так, что у нас там? Да, ну вот пошли уже разбор героев. Ну и у нас 53 секунды до старта самой игры. Поглядим, что у нас будет. Ребят, не могу заранее сказать, сейчас будет ли еще следующая у нас встреча сегодня на стриме. По идее должна быть вроде как. Ну, опять-таки неизвестно. Надо будет спросить у команды Аурбай, готовы ли они сегодня дальше играть. Или же нет. Сейчас я этим займусь. Так, ну вот, вроде бы всех героев разобрали уже. Да, ну и 15 секунд еще подождем. Лаус, пока играть, да, под ником The Resistance. Ага, параллельно еще играет команда Аурбай против ОТВГ сейчас. Ну, очень прям сегодня много-много игр сыграли в этой группе. Здорово, будет у нас хоть какая-то статистика уже более-менее. Так, ну что, на этот раз одну куру купили? Да? Или еще никто не купил куру? Да, Варден приобрел курьера, все отлично, вроде бы разбежались. Ну, кто на ком играет, мы уже прекрасно знаем. И видим, что команда Team Life, в принципе, также отправляется у нас на топ. Кто первый выиграл? Первый выиграл команда Team Life. Поставим статистику. Dragon Scale. Ага, все отлично. Ну что, побежали в пятером. Сейчас кого-то здесь искать, ну никого и найдут. В Ретрае вообще пошли по своему лесу также в пятером кого-то искать. Ну, у нас, видимо, будет зеркальная ситуация, да. Триплы будут у нас стоять на легкой линии. Против них будет оффлейнер по одному. Ну и в миде будет Азан на Templar Assassin против, видимо, Дарксира. Так как играет на нем Хестажи Ротен. Ну, не знаю, сложно не сказать, какая будет расстановка. 30 уже пошли, да, спалили ситуацию, видел здесь Ньюбик их, ну да. Ну, в принципе, команда Life оккупировала свою базу, свой лес, а тем же самым занимается команда Zero Try.
Так, Энн, видим, что уже призывал одну пачку тринтов себе, поэтому у него маны не осталось. Тут же пытается отхилиться Clarity Potion. Смотрите, Ньюбик пошел на перерез. Ему будут пытаться хоть пару плюшек ему дать, еще сбить и реген. А Энн его увидел, просто развернулся и бежал в другую сторону. Отличный момент, Ньюбик. Да, гнаться не до конца не стал. Кстати, у Ньюбика, что интересно, здесь имеется Quilling Blade. Ну вот посмотрим, как на этот раз Ньюбик играет на лайфстилере. Потому что в той игре играл Блава и вроде бы расформился неплохо, но сделать, к сожалению, ничего не смог. Потому что там Team 5 от исполнения команды Лайф и с RNG просто-напросто расстреляли всю команду за ретрай. Ну что, Найкс у нас будет стоять свободника против, как говорится, крипов, да, показывать, конечно, топовый КС. В лесу у нас находится Enchanter, здесь же рядом и Бетрайдеры будут вот эти два спауна сейчас фармить, вот этот вот и вот этот вот. Ну, в миде топлар ассасин, понятное дело, против Дарксира, тут вроде бы тоже все ясно. Ну и трипла такая у нас серьезная получается. ВРочка в качестве фармящего такого семикерри, крит у нас будет лесным персонажем мочения, ну и пак у нас будет на отводах. Такой вот интересный. Ну, кстати, интересно, да, вот спрашивают, почему смайла нету? Вот мне тоже вопрос. Вроде говорят, что в КВшках смайл гонял за ПГГ, да, в одной команде, они там плейч. Но, однако, вот сейчас на про-серии почему-то как раз-таки смайл не играет. Может быть, он просто-напросто сегодня не может играть. Вместо него играет Варден. В общем, тут пока непонятно. Завтра уже будет точно видно. Опять-таки, завтра будут игры с командой Zero Try, и там, конечно, уже будет, будет все ясно. Так, ну видим, в принципе, у Хестажерота никаких проблем нет стоять против топора Ассасина. Опять-таки, мы знаем, что Тарксир контрит, в принципе, это дело все. Показывает, какой получается, даже лучше КС, чем у Азна сейчас. 7-1 против 4-3, то есть все хорошо. Резистанс у нас здесь Блава делает себе стаки, должен делать стаки, да, так и есть. Сейчас сделает еще один стак, потом на Firefly все это дело зафармит. Верочка у нас здесь фармит на топ-линии, 10-2 у него, ну и 10-2 такой же КС абсолютно у Ньюбика. То есть они здесь примерно 1-1 идут. Ну, опять-таки, и суппорты, так называемые суппорты, тоже занимаются лесничеством. Делают постоянные пулы, отводы и так далее. Ну, вообще, конечно, пак на отводах — это гениальное решение исполнения команды Team Life. Я такой первый раз вижу. Полусуппорт такой у нас линк. Ну, что будет заходить ее задача, это опять-таки по максимуму из леса получить левел необходимый и уже потом, может быть, на какие-то себе артефакты выходить. Но опять-таки, у него очень быстрого, хорошего левела не будет. То есть здесь надо это учитывать команде Team Life. Так, ну вот я не понимаю, зачем команда ПГГ сейчас ретрай не идет пушить линию. Хотя, в принципе, они могут это делать, имея Enchantress. То есть, также, в принципе, и Чен может этим же заниматься. Потому что кто первый пойдет пушить, в принципе, того будет начально хорошее преимущество. И заставит, конечно же, перемещаться вот как раз-таки на эту вот оффлейн, каких-то еще дополнительных суппортов, помимо оффлейнеров. Ну, опять-таки, главное отличие здесь Эна от Бэтрайдера в том, что резистанс себе будет сейчас выфармивать Блава. Какой-то дагер, да, куча стаков эншитов будет фармить, но вот Эн здесь состоит практически ни с чем. Вызывает ПКД на своих нейтрисколов, ну и все на этом. То есть у него ни КСа, ни левела, толком вообще ничего нету. Ну, и однако и в леса, в принципе, он уйти тоже не может, потому что, ну... Чен здесь везде фармит, весь лес абсолютно, то есть, ну, без шансов. Так, ну и здесь Эйс решил в соло просто-напросто пропушить лайн ВР-очкой, в принципе. Ну, он тоже знает, что делать, включил базильку, есть у него уже сапог. Левел 4, ну и по стандартному скилл-билду прокачивает на 2 повершот, будет его максить. На днерочку у него есть винран и шикл-шот. Стажерот, он здесь что-то пробежал у нас, куда-то в спину, что ли, забегал, непонятно. Ага, ганг под смоком в исполнении команды Zeratry сейчас. Варден пошел вперед и пытается Дарксира найти. А Дарксира-то цеплять нечем, у Варден только левел 4, нет трэпов. И ему наперерез стремится просто Варден вместе с ПГГ, с умоном. И Хестажерот сейчас подставится, сжирает он танк, его встречает просто-напросто вдвоем. Здесь пусть кентавр подстанивает. Плюс еще катапульта бьет, телекинез, Хестажерот он отдает ферстблад. Вот так вот, отличное решение исполнения команды Team Zeratry. Вышли вдвоем под смоком на перерез, таки поймали Хестажерота, но он, конечно, такого поворота событий не ожидал. Так, ну и что, Бетайдер у нас дофармил себе что-то или нет? Ну, видим, что эти стаки ему дофармить не удалось, да, Firefly, видимо, внезапно закончился, как и ХП и с маной, поэтому вынужден был отправляться в леса. Ну, что-то какой-то непонятный получает у нас Blow Your Brain на Бетрайдере. А тем временем команда вот Life, о чем я и говорил, выходит сразу же Чен своим сумоном, и мы пошли сразу пушить. Эта команда Team Life делать умеет, мы это прекрасно, конечно же, знаем. Ну и Zeratry так, в принципе, наверное, пропушить не смогут сейчас. Отлично делает ПГГ, просто в спину в чужих лесах зашел. Тоже выформил себе очень-очень много сумончиков. И будет в спину заходить сейчас. Ай-яй-яй, как интересно. А тут же варде стоит. И ПГГ сейчас видно. ПГГ поставился, тут же у него клики прошли уже. Сейчас на развороте команда Лайф будет его ловить или нет. ПГГ ТП-шку купит? Нет, ТП-шку не купил. Мэджик стики купил, что творят? Бэтрайдера были проблемы. Зашел он тут Фаерфлайм на себя крипов сагрил. ПГГ заходит в спину, что делает?
Ну, сейчас его просто-напросто убивать будет. Включен, конечно же, апхил. Так, ну и тест. Много слишком дэмэдж. Пуншотом не попадает, но там просто-напросто залетает один иллюзорий орб. Ну и Чен забирает себе этот фраг. А, ну, тем временем, флейбрейком, конечно, Бэтрайдер отвечает. Тоже забирает фраг. Там каким-то образом Нэчис Профит отъехал. Бэтрайдер с шоколшотом зацепили. Но, правда, первого левела особо, конечно, это ничего не дает. Ну и 3-1, пока команда Зеротрай ведет. Как снизу умер Нэчис Профит, я не понимаю. Юбик его забрал через инфест. Ага. Кстати, Hand of Might себе уже купил. Очень даже неплохо. Имеет еще 700 монет сверху. Левел 6, скоро будет 7. Видите, у нас здесь Азен пока, Ботл Сапог, кстати, по КСу что там получается? 27 на 6 у него, у Хестежа Ротана 25 на 2. Ну и не забываем, конечно же, что Дарсир у нас умирал. Имеет Эншел 3, тут Сюрж на 2, есть также и Вакуум на 1. Более-менее нормально. Так, ну и где он резистанс? Кстати, килл один халявный заработал, и можно опять-таки эти самые стаки дофармить. Ага, сейчас будет еще один отвод себе делать. Ну, по-моему, сейчас не получится, да? Или получится? Не, облавлюсь аккуратно, получится, получится. Да, получается еще один спаун. Ну и здесь, конечно, можно вынести там порядка 1000 монет, я думаю. Ну и, конечно же, очень-очень много опыта. Так, Нюбик у нас снизу, в принципе, продолжает показывать топовый КС на карте. Есть у него уже 43 на 6. Ну и на этом, конечно, становиться не будет. Тем временем, как у ВРК, 36 на 5. Но ВРК занималась тем, что, в принципе, участвовала в файтах. То есть особо пофармить не получалось. Ну и, конечно же, пушила. Пушила, где нужно было просто райт-кликом убивать крипов. Поэтому КС меньше. Так, Хестежерота мидя против Азена. Азен имеет левел 6, сейчас будет 7 уже. Можно рефракшн 4 будет вкачать, хорошо. Ну и теперь атака та же самая атака в исполнении команд Team Life под смоком. И на этот раз будут выходить у нас краски в мид на Азена. Ну вот пока Линк у нас, пак точнее, под смоком на левеле 4 такой себе нападатель, конечно. Да, вроде бы есть Сайленс или Зорер, но они очень мало дэмэджа вносят на самом деле. Ну посмотрим, может получится или нет. Хестежерота здесь. Так, Азен, Азен. Здесь Бэтрайдер еще, Бэтрайдер тут много всего нафармил, левел 7 уже имеет, смотрите, будет цеплять Хестежерота, пытается насюржироваться, пытается уйти. Ай-яй, последняя тычка, и остается живых, а здесь уже атака в спину просто на Азена, шиклшот пошел, не связывает эйс. Бэтрайдер просто на фаерфлай улетает. И ничего не получилось, Азен живых, Бэтрайдер живых, приходит сюда вард еще, и может в развороте будет кого-то зацепить, а? Нет, не получилось, но в итоге да. А, в итоге план Капкана с планом Team Life оборвался. Ньюбик у нас тем временем прикупает себе фейзы. Вообще про него забыли команда Team Life. Ну, в принципе, они в той карте не особо парились насчет, опять-таки, фармящего блавы на этом Найксе. Ну и знали, что с ним потом делать в этой карте. Будет ли то же самое или нет? Так, в миде теперь Эй стоит. Уже фейзы есть у него. Ринг в Базилиус есть у него. Вот что у нас там, кстати, на 8 минуте по нетворсам. Вообще по статистике. Видим, что 1000 плюс имеет команда Zeratry. Ну и в опыте порядка 2000. Такое небольшое преимущество есть. Опять спину будут нападать теперь на Азен. Азен просто уходит от Хестежерота. Там вакуум пошел. Хестежерота опять-таки в догоночку пошел. Но здесь Варден. Ай-яй-яй, Варден. Телекинез, конечно же, откидывает назад. Да, ну и драк снова не получилось. Однако Team Life будут, конечно же, пушить лайны. Они это делать умеют. Они сносят сейчас Т1 тавер, точнее, второй тавер уже на этой карте. И пойдут сейчас сразу просто-напросто вниз. И также будут сносить. Так, здесь у нас вылезли сумоны от ПКК, да? Да, кентавр, плюс у него сатир был, сатир кончился. Ну нет, перемещается на топ, видим. Пак находит у нас руну какую-то, и снова ставится пауза. Лайфы требует себе паузу. Ну, Zeratry, пока 3-1 вроде бы ведут. Давайте посмотрим по нетворсам, что у нас там происходит. 4700 имеет Найк, у нас 3900 ВРочка. Ну, конечно, здесь Ньюбик на фрифарме показывает, как нужно фармить. 800 монет уже выигрывает у ВРки. Ну и в целом неплохо. Потом, правда, идут 2 игрока еще команды Zeratry, 3000 денег нафармил у нас Топлар Ассасин и Бэтрайдер 2500, и тут куда-то все 2500. Ну и, конечно, самый низкий показатель у нас у Рубика, у Вардена. Ну, не только сапог, тут есть, правда, вардишки, левел 5, в принципе, довольно-таки неплохо. То есть скоро у него будет 6 левел, можно будет что-то воровать и трек что-то демонстрировать. Ладно, ладно, пока пауза, посмотрим, что у нас там происходит. В чатике вроде бы ничего не нового. Там что-то у нас разбор, какие-то спамеры, что-то еще. Блоу, говорят, на керри не очень прошлый игрок, к примеру. Ну, Блоу-то дофармил нормально, но вот сделать ничего не смог, потому что там уже плотно Zeratry пофидели. Вот, вроде бы ворвался там Блава, потом начал что-то показывать, но в итоге его просто-напросто уничтожили. Там спруты, и Ластилер просто стоял на месте. Смотрел, как его Траксан накидывает там по 250 дэмэджа с руки за ту тычку.
Что-то у нас прям пауза затягивается. Секунду вроде бы попросил только Крит, однако уже эта секунда длится минута полторы. Не любит эта команда играть сразу. Какие-то постоянные проблемы возникают. Ладно, ну, в качестве информации сообщу, что с вами опять-таки сегодня СЛТВ Адекват. На протяжении всего вечера показываем и смотрим довольно-таки интересную дотку из про-серии, из второго раунда. Осталось, ну, тут всего лишь из 48 команд всего 24 команды. Буквально через уже 3-4 дня останется у нас всего 12 команд. Да, да, и там уже, конечно же, будет решаться, кто у нас на 8-й сезон Star серии попадет. Очень много будет переходных, стыковых матчей. Обязательно все это, конечно же, мы будем освещать. Вот, вводы, опять-таки, сегодняшних игр, которые были, которые еще и будут. Матчи будут, опять-таки, залиты в мой паблик vk.com/adekvattv. Не забывайте подписываться, если хотите быть в курсе событий, в курсе моих стримов. Вот, также можно фолловить Twitch-канал twitch.tv/taladr9. Ну и фолловить меня в Твиттере twitter.com/adekvattv. Так, ну и что? Ну и ПКГ у нас тоже, видим, уже негодует, говорит, what happens, he said sec. Отключился от игры Варден у нас тем временем, будет переподключаться, в общем-то, походу, это надолго. Ладно. Да, привет, кстати, ребятам из СК2 ТВ большое. Большой-большой-большой привет, там тоже в чатике, я смотрю, поддерживают, пишут что-то. Здорово. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ага, ну я вот тут последнюю информацию получаю. Команда ТВГ, походу, выиграет со счетом 2-0. Команда Арбаю. Арбаю сегодня, конечно, очень-очень все тяжко. Они сегодня 4 карты проиграли. Соответственно, у них получается 0 очков. ТВГ... 3 уже сыграли матча, у них будет 6 очков, точнее 9 очков, то есть, ну, все неплохо. А, нет, нет, у них будет 7 очков, вот так вот. Неплохо. Хороший себя комментатор. Спасибо большое за положительные отзывы, стараемся, будем работать над собой, все получится. Вот, кстати, кто вчера слушал, с Влатом мы комментировали, вот уже, кстати, доступен в сети, и в паблике он есть, в принципе, и на сайте StarLadder, и на Ютубе, то есть, ну, если кому интересно, посмотрите. Наш, я как сокастер там выступал, вроде бы неплохо получилось, для первого раза, по-моему, нормально. Да, прям что-то, прям Варден тоже переподсоединился. Ну что, have to minus, they are not line, go, go. Все, go, отлично, поехали, смотри, таки за дотку. У нас вторая карта, напоминаю, Team Life пока ведет со счетом 1-0. Ну и Retry пока ведут во второй карте. Очень хотят дать отпор, конечно же, хочется хотя бы одну очку получить у нас за эти игры сегодня. А и так у нас все время на блаву, линк. А вот, ну вот проблема этого пака в том, что он на 9-й минуте до сих пор не имеет 6-го левела. Ну вот просто, даже гангать не получается. То есть, да, они вроде бы перемещаются куда-то там с Ченом, да, бегают. Но вот просто банального дримкоила нету. И как цеплять, не ясно. Единственное, что Эйс может быть сейчас как-то шиклшота подцепит Бетрайдера. Однако Бетрайдер не самая такая приятная цель, на самом деле. Развернется еще на Firefly и всех сожжет. Сколько команд падает старт? Интересный вопрос. Подождите, секунду, отвечу. Вот опять шиклшот отличный. Ой, Сайленс, и все-таки убьют, скорее всего, еще одну плюху. Отлично. Вот здесь лайф и сыграли. Молодец Эйс, на самом деле. Очень шикарно зацепил шейкл-шотом, все получилось. Тем временем, атака топор ассасин умерла от просто хэстежерота. Ну и просто два фрага на ровных местах, на исполнении команды Team Life. И сравниваю счет. Так, и здесь Эна подцепил Ньюбик. Отличные спруты ставит. Ньюбик прогрызает. Ну и Эн тоже прогрызает. Выиграл какое-то время, буквально где-то секундку-полторы для того, чтобы пойти вперед. Ну и здесь ПГГ просто своим кентавром подстанил. Да, никуда Эн не денется. Управляется таверну. 4-3. Кассажирота приходит, да, будут Ньюбика убивать. Сейчас Ньюбик это инфест уже нету, да, только что он вылез. Правда, есть рейдж. Дримкоин, наконец-таки, отпакалинг, наконец-таки свой шестой левел получил, да, ну и убивают Найкса. 1-3 в итоге получается, неплохо. Это матч по КГ, бо 1 БО2, но карта осталась последняя. Пока 1-0 его лайфы ведут. Тут, видимо, ребятки врываются. Новый, хорошо, народ подтягивается, это здорово. Так, ну и Линк. Видит он здесь ПГГшку.
дал на удачу Иллюзор Эрп, не получил. Кстати, что интересно, Линк у нас через такого турна в Shadows играет. Ну да, в принципе, стандартный такой айтембилд для суппорта. Ну, раз его как поставили суппорту, так он, как говорится, и собирает, так он и исполняет. Никаких там быстрых аркандаггеров и так далее. Не фармит особо, только бегает, гангает, ну и вроде более нормально. Варден. Варден занимается тем, что вардит. Ну, в принципе, никнейм его предрасполагает к этому. ПКГ опять-таки в своем лесу. Левел 6, уже импетуса прокачал. Есть у него арканы. Magic Sticky. Ну и лайфы что-то собрались придумывать в миду. Ну, вот у Линка разве что Dreamcoil на КД. Так-то, в принципе, можно попробовать Азана забрать. Вот это вот, конечно, Хостеже Ротен, Дарксир против Топор Ассасина. Это просто такая комба, такая контра, точнее. Ну, действительно, он даже и лайн, по сути дела, выиграл, получается, и в соло поубивал темпларочку. То есть, ну, здесь максимально, скажем так, КПД Азан вынести не смог с начальных минут. Посмотрим, что будет дальше. Ну и Ньюбик. Одна смерть все-таки у него вышла, да, после Hand of Midas покупает себе Арметов Мордиган. Ну, пока только рецепт имеется, 1100 монет. Вот, ну, близко к тому, чтобы тот самый Армет собрать. Но опять-таки, повторяет Ньюбик все то же самое, что делал Блава. Пусть немножечко подольше, но соберет те же самые артефакты. Ну и лайфы. Смогут ли в этот раз, опять-таки, что-то противопоставить Найксу? Связочка не пошла, но есть просто с руки разрезать. Кстати, форстаф уже имеет, то есть он на этого Найкс, конечно же, не боится. Ну и вообще, форстаф, он не только для самой ВРки, он, в принципе, для всей команды как такой суппортящий артефакт выступает, потому что, действительно, в замесе этот форстаф очень сильно поможет от... скажем, отпрыгивать от того же самого Найкса, Темпларки, то есть это милое дело. Может быть, даже есть смысл собрать и не один форстап. Например, Линку я бы порекомендовал вместо того же самого Даггера именно в данной ситуации купить именно форстап. То есть в любом случае ты сможешь ворваться, как бы там ни было, но плюс ко всему форстап тебя еще и спасет, либо спасет твоего тиммейта. Ну что, здесь атака у нас в исполнении команды Life, в чужой лес забежали, смогут найти сейчас Ньюбик, а Ньюбик с пол хп, но правда есть инфест. И Ньюбик выходит в спину, видит крита, будет ли замедление. Там Айншелл прячется в чужого крипа, вылезает. Тут же крита начинает потом под ватсами разрезать. Атака вот форстаф, тот самый форстаф, да, и Ньюбик. Сейчас кончится у него рейдж. Приходит сюда у нас Ристенс. Стяжечка по стенку, неплохо. Иллюзор Рёрб залетает по ментали, минус ПГГ. Главу тоже растерзали, приходит сюда Энс. Ну да, поставил, конечно же, там спруты на Найкса. Но у Найкса есть тот самый Квиллинг Блейд, благодаря которому он, в принципе, может и эскейпнуться с замеса. Неплохо, неплохо. Два фрага Team Life исполняют и убивают действительно очень важных героев. И сейчас будет, конечно же, пушить и один тавер. Ну вот лайфы это умеют делать, еще раз я это повторюсь, и буду повторять это неоднократно, потому что лайфы исполняют всегда один и тот же пик. Они все время берут пуш потенциал хороший, они в early game и в mid game стараются снести 6 таверов, а потом уже имея хорошее преимущество, просто-напросто его не отдают, бегают пятером и убивают противоположную команду. Ну вот стратегия проста, просто, я не знаю, как 5 копеек. А вот для команд, даже такого уровня, как команда Zero Try, это вот определенные трудности составляет законтрить. То есть, ну, я не знаю. Здесь нужно, чтобы команде Zero Try придумать еще на стадии пиков. Да, вроде бы уже взяли, уж такой нестандартный. Ньюбик опять подставляется, вот там стянули, приходит сюда Эн, пытается Ньюбик сделать тэп-аут и... И уходит. Неплохо. Тут еще поцелил Варден, лол, эйс, как ты-то... Каким-то шеклшотом здесь его связал. Вот через вот эти вот деревья все... Какой красавчик. А и Варден зацепили, еще один фраг, и сразу будто два сносить. Блава вроде бы здесь, да, Линка его будет сейчас цеплять. Нет, не стал цеплять, пока Дримкойла нет, 9 секунд. Ворвался у нас здесь Блава, кстати, Даггер уже имеет, он чуть было не отъехал опять-таки лицо РР. Если поставили Дримкойла, его просто-напросто убили бы здесь. Да, ну вот проблема в том, что вот под этим Фаерфлаем крипы очень быстро падают, и команда Team Life нужно сейчас надавить на пятки. Спину уже погоня, и на развороте пытались подраться команда Team Life. Зацепились крита, есть сюрж, отлично, Ньюбик пытается хоть с кем-то драться, сейчас рейс кончится, можно убить. Инфест, тяжка хорошая, опять-таки от Хостеже Ротена, Иллюзорер, Дримкойл, проблемы, ПГГ, под сайленсом он был, но, правда, обхиливает себя, кстати, на развороте пытается подраться, но нет, это минус, минус также еще и Бэтрайдер, тяжка ответная от Вардена, который украл ту самый вакуум, ну и Азен пытается что-то сделать, Мека, да как же вовремя ультимейт от крита сейчас, Азен проседает. Фарстаф эйс, но, правда, связать не получилось, Ньюбик на развороте по инвансы, Линк куда-то прыгнул, вообще не ясно куда. Ну и вот мансует, мансует, все живых до сих пор, правда, лох хп, но пытается пробивать потихонечку с руки. Как же отлично играет команда Team Life. А Ньюбик без рейджа с тестава его забирает просто чен. Да беда. Три фрага безответных, будут сносить тауэр. Все лоу хп, но однако вот такими небольшими перемещениями, переагриваниями фокуса на друг друга они спасаются. Правда, остаются все с лоу хп, но главное, они убивают противников и главное, у них получается пушить. Потрясающе играет команда Team Life. Да, может быть, я сейчас не был совсем объективным, да, но вот мне действительно импонирует их игра. Даже несмотря на то, что противниками им выступает команда Zero Try и сам ПКГ там. Ну, если Team Life такую игру показывает, конечно, я вот пророчу им выход в Star-серии. Я подозреваю, что именно она из тех команд, которая имеет хорошие шансы показать себя именно в следующем сезоне на уровне Star.
Но посмотрим, опять-таки, не будем загадывать и не будем каркать. А, после того, как снесли Т2 Тауэр, Тимлайф перемещается тем временем на Рошана. Ну и да, в принципе, особых проблем этого большого нейтрала убить не составит. Спокойненько у четырех нарезает, потягивает стоящих стажерот, он имеет ультимейт торпу уже и Клоаку. А у Эна здесь Hand of Midas, что ли? Что это такое вообще? Пока непонятно. Тут много робов в маге. Что-то выкладывается, что-то собирается, вообще-то трэш какой-то происходит. Ага, пришел у нас здесь Блава, пытается что-то сосать. Еле сейчас, пруты, шоколшот, связала. Связала ВР-ка. Блава, в соло здесь, что ж ты сделал-то? Стяжка и моментально сбривает его с ультимейт на профит. Да как так-то, а? Ну, да, понятное дело, своровать хотел Аегис, хотел помешать. Ну, блин, ну, кинь ты хотя бы издалека просто флеймбрейк. Да, забирает Аегис, конечно же, Винрадер. Сейчас на развороте Тимлайф будет кого-то цеплять. А здесь ПКГ надавил уже на пятки, пытается уйти, и Нэрис Профит будет ли влетать. Побежал уже вперед у нас под бак, поставил Dream Coil, правда, стянул Варден здесь, иллюзорий орб. Ставится стенка, Хастажерота надо стянуть. Стягивает, правда, одного Варден, тем не менее, они уже забрали ПГГ, Ньюбик пытается забрать. Ну вот пытается забрать Хастажерота, единственное, что действительно он просто пытается. В инфе спрятался, вылезать надо. Вылезать Ньюбик. Вылезать, потому что там отправил крипа домой, хотел отправить Чен. Да, Ньюбик это, конечно же, увидел, просто сейчас... На развороте пытается подраться, да, но правда его с руки тут чуть-чуть пробивает. Пытается обуздить как-то армет и так далее. А он каким-то чудом остался живых. Вот этот вот крит, конечно, который подхиливает все, что видит. Все, что не видит, он просвечивает и опять-таки подхиливает. Забивают они Вардена здесь. Ньюбик на развороте, снова пытается подраться. Рейдж включает, и все-таки забрали этого самого неприятного. А Чена пошел уже вперед. Блава у нас на Хастажерота. На Хастажерота на развороте. Шиклшот не срабатывает. У Эйса здесь. Поймали в лосо. Хастажерота все-таки умирает. И погоня за Эйсом. Эйс форстафает себя. Опять-таки срабатывает здесь замедление. Отлично, Блава тут вперед кидает бломбрейк и заберут. Такие минус 3. Правда, Аегис, вот это минус. И Пак уже здесь. Пак будет сейвиться у тиммейта. Конечно же, Лизорерб залетает. Связка отличная по ГГГ. По ГГГ просто. По ГГГ сейчас напишет, и все, и будет конец игры. Отправляется он в таверну. Под Линкой есть замедление, Линк. Ну, есть у него, конечно же, шифт. В любом случае, останется живых. А, там у нас Найкс тоже отъехал. Ну и врывается еще Н. Ага, Азен спрятался. Повершотик. Повершотик. Эйс. Ну вот, Азен вышел. Ну и спруты сразу ловит. Зачем он вышел, непонятно. Шиклшот. Шиклшот. Сайленс, Азен. Азен тэп-аут пытается сделать. Куда же какой-то тэп-аут сделал? Четвером просто пробивает его со спилов. Да, ну и 7-16. У меня дежавю небольшое. Вот примерно такой же счет был у нас в предыдущей карте. И примерно на этой же минуте. И там просто-напросто пошли команда Team Life и снесли всю базу. Да, и трудности. Трудности с этой команды у команды Zero Try сейчас. Ничего, по сути дела, не имеет ни в артефактах, да, суппорт только бегает с одним арканами. А, да, вроде бы собрал Батрайдер себе дагер, ну, а врываться-то никак, то есть, ну, не получается просто-напросто кого-то взять лосо и оттянуть. А, ну, вот, правда, сейчас, может быть, с форстафом будет немножко попроще, однако этот форстаф еще и дефармить надо, в этом проблема. У Ньюбика есть Армитов Мордиган, Hand of Midas пытается его обузить, но, опять-таки, 3 раза уже умер. Это очень много. 2-3 у него стат, ну и у нас 19 минут тем временем идет. Посмотрим, что у нас по графику. Ну, по графикам даже мне страшно смотреть. Команда Team Life идет по золоту больше уже, скольки получается, 7 тысяч. А по опыту, ну, тут вообще уже восьмерка. Это всего лишь на 19-й минуте. Плюс ко всему еще у команды Zero Try только осталось 2 тавра. Смотрите, атака от Блавы, Найкс в нем спрятался. Firefly влетает на Линка. Линк успел даггер-аут поражать, потому что только что он купил тот самый даггер себе. Как же вовремя-то, а? Купил даггер Линк. Как вовремя он среагировал? Ганг не удался, а? Исполнение команды Zero Try сейчас. Ну, здесь у нас, конечно же, будет наблюдаться сплитпул сейчас исполнение команды Team Life. Имея такого героя, как Nash's Profit, и имея, конечно же, Чену с Сумонами, у нас постоянно будет какой-то лайн в напряжении держаться. Вот, например, сейчас это низ. Но вот, правда, до сих пор Nash сидит у нас в Батрайдере, теряет очень много времени, которое мог потратить на то, чтобы пофармить. Но они все-таки пытаются реализовать эту вот хорошую инфест-бомбу. Получится ли? ТП-шечка пошел у нас вперед. Ага, связочка должна быть! А они связали, но положили же, что-то вмаливает, выходит Ньюбик, а это уже нежданчик. Это уже нежданчик, Крит кого-то пытался постепешить, да, степешил Эйса. И Крит сам, скорее всего, должен умирать. Ну, здесь подхиливает себя по возможности, конечно же. Оттягивает время, флеймбрейком добивает нас спокойненько Блава. Да, явно не ожидали, что Найкс до сих пор сидит у нас в Батрайдере. Ну и че надался. Это же называется просто-напросто наглость. Вдвоем идти против пятерых, там, сносить линию, как-то до конца ее пушить вплоть до этого тавера, там, ну... Такое себе. А тем временем другая часть команды Team Life сейчас собирается по топ-лейну втроем и пытается спушить Т2 Тауэр, оставшийся на этой линии. Подтягивается еще и ВР-ка. С базы уже прибежала. Ньюбик тоже здесь. 1700 монет у него, кстати. ПГГВП.
Интересно, никто... Ага, смотрите, подсалится на Ньюбиков, прыгает, стяжечка пошла, Ньюбик ничего сделать не успевает, переключает армлет, но... Минус ПКГ и минус Ньюбик. Вот такая вот отличная комба получилась. Чем у нас скоро возродится, Ньюбик у нас делает байбек, и будет ли от команды Zero Track это атака ответная? Или просто два тавера дадут, и Team Life просто-напросто убегут. Да, они просто уходят, или нет, или подерутся еще. Нет, просто уходят, ну правильно дело на самом деле, развели на байбек, все, тавер снесли. Назад домой сейчас... подфармите и на мид потихонечку притягивается. Бэтрайдер влетает, а там Найк. Стоится большие проблемы. Эйс просебивает, как очень сильно. Ньюбик-то здесь, да. Не ожидали, мега килл сорвали. Ну вот надо было уходить все-таки. Раз уж собрались, все текать. Так текать надо дружненько. А не так, что кто-то остался, там еще в чужих лесах бегать, там возле эншотов и так далее. Крит у нас сразу в чужие леса переместился. Тут же опять-таки набирает себе сумонов. Мега аркан у него имеется. Левел 11, второй уже ультимейт. А более-менее хорошо. Линк у нас даггер урна. Есть у него арканы. Ну вот, 20-я минута. Линк имеет то, что он должен иметь. Несмотря на то, что он саппорт. Ну, вот. Как же хорошо команда Life-то отыгрывает, а? Хасажи Ротон. Ультимейт Торп Клоака опять-таки умирал, но 2200 уже имеет, 2300. Мне очень интересно будет, что он все-таки с этого ультимейт арба будет собирать. Ну, Ликвид Сфер это как-то, я не знаю, не агрессивно, что ли, это как-то... Не знаю, как-то по мне это как не очень будет, если он соберет себе линку. А что еще можно собрать? Ну, по сути, больше это... Ну, вот Скафу Вайс, как хороший вариант, например. Линк. Ой, по Варден зацепили линка, линк успеет ли Лизорер? Да, успевает прыгнуть. А, все-таки не настолько сильно, не настолько долго держится вот этот вот телекинез у Вардена, чтобы можно было переждать Иллюзорий Орб и потом добить этого пака. Ну, пак себя эскейпит, неплохо. Урной захиливается, и все хорошо, левел 13. Дисчен. Кучами сумонов, да, находит, конечно же, моментально Ньюбик их съедает. Ну, вроде бы двоих вожаков-волков сумел сохранить. Ну, что, немножко приутихла у нас игра, да, подфармливают игроки команды Team Life, дальше не идут, пока 19-9 они впереди, а по 10 тысяч уже видим в золоте в плюсе, по XP, ну, 9 тысяч примерно. Более-менее неплохо. Нижний лайн пушится, все отлично, бьет катапульта, потихонечку нарезает тавер. Ну, вот это надо забрать как раз-таки этот тавер, примерно к той минуте, когда будет появляться Рошан, чтобы вот все именно по таймингу получилось команда Team Life, я думаю, именно так они и будут поступать сейчас. Ну, судя по тому, что здесь уже рядом ВРочка, Чен тоже своими волчатами подходит, но вот Линк внизу. Линк внизу и видит Ньюбика, правда, один, конечно, мало что сделает. Да и вообще, наверное, не стоит сейчас так подставляться, Линк. Бэтрайдер же влетит сейчас вместе с Ньюбиком, и все. Линк, нужно отойти. Или нет, смотрите, ворвался у нас Иэн на Ньюбика, но опять-таки тот самый Квиллинг Блейд, очень неприятный. Ну и ПКК тоже, конечно, своими сумонами сейвит. Пришел сюда Эйс. Станчик ПКК пошел набивать нас Иэна, включает. Ага, и Бултрайдер опять-таки с Найксом, инфест бомбов. Линка будет жрать. Привязка хорошая, в принципе, от Эйса, но не спасает, конечно, Жанна Пака сейчас. Крит тоже, человеку Скептор, отлично, Крит. Правда, флеймбрейк не попадает, Крит еще живет. Вот, да, отвлек на себя все внимание. Остальные тиммейты разбежались. Но вот, видимо, какие-то трудности у команды сейчас возникают. Энн давил на пятки, правда, там уже пошли какие-то стаки напалмов. Еще один стак, Энн под замедлением жутким. Прыгают еще на даггере. Но тут же ловит молчанку, связочка хорошая. Должны просто убегать, зачем тянуть сейчас команда Team Life? Они же в меньшинстве, или убить? Айс воровал, Варден шиклшот, у Эйса проблем, но Хест уже роту здесь стенку поставил. И вот он Хекс. И под Хелм, и под Айншеллом разрезают они одного. Еще одна связочка по Азну. Азн стоит, ничего сделать не может. Ньюбик под стеночку лезть тоже не хочет. Спруты пошли. Спруты пошли, там Варден дал еще один шиклшот, за это и поплатился. Сам он не связал. Два в драка, да, ну и буду дальше убивать кого-то. Бэтрайдера видит здесь, он форстав от себя пытается как-то уходить, но Айс... Эйс не видел, да, просто-напросто не видел. И Ньюбик с лоу хп тоже давил на пятки. А вот Нерис Профит догадается ли найти сейчас, а? Варда нет. Вот, по Варду пробежался агрессивному. Ну, Нерис Профит. Но, правда, там армия. Торсат не пробить. Да, ну и на Нерис Профите, конечно же, нет каких-то бы сейчас хиксов, которые бы он в соло мог воспользоваться. Ну что, вниз опять-таки перетягивается команда Team Life. Неплохо, кстати, на камбэке, на развороте сыграли. Очень вовремя подоспел Хастажиротон, и все вроде бы получилось. Поинт-бустер появляется у нас у Пака. Есть даггер. Эйс арчит в Малевайнс, форстав. 1-21. Ну вот по низу все-таки все равно пока не собираются заходить. Ну, что делает команда Team Life, предельно ясно. Они сейчас отпушивают абсолютно силайн. Ой, опа, влетел Бэтрайдер. Ай-яй-яй, Эйс! И на развороте. Не зацепил своим шиклшотом. Какой же прекрасный момент может быть. Хиксуют. Пойду до конца. Лизориор пытается куда-то плавать уйти. Опять-таки за текстуру убегает. Хорошо. И Ньюбик здесь пошел. Будет убивать Кастажирот. Там мека. Сяшка хорошо прошла. Но все-таки умирает. Умирает нас Кастажиротом. У Пака проблем моментально. Его съедает здесь на Ньюбик. И пойду дальше.
Ой-ой-ой, замедление жутко, там еще и Баша есть у Ньюбика и работает как надо. Да, Эйс он все-таки, смотри, стпшил, да, но крит сам тоже отдался, минус 3. А Зеротрайты не так просты. Рубик тем временем, значит, с профит убивает, где это вообще было? Ага, там, видимо, пошел кого-то добивать, в общем-то, минус 4. Чуть ли не тимвайп сейчас у нас в исполнении команды Alive. Как-то не получается пока. Ну, вся проблема в том, что на самом деле они Бэтрайдера не смогли за Хекс убить очень быстро, да? Бэтрайдер ушел с текстуры и остались драться. Вот это проблема. Потому что подоспели уже все тиммейты команды Zero Try. А вот, если вы кого-то не успеваете на фокусе очень быстро забрить, да, во время ганка, то лучше дальше не соваться, потому что это на 99,9% будет обречено на провал. Да, ну и вот видим, как минус 4 сделает, тут же моментально забирает Т1 Тауэр и пойдет, видимо, дальше команда Zero Try. И Рошан уже появляется и знает об этом, конечно же, ПГГ, потому что он поставил своего сатира сюда. Ну и БКБшка нарисовал Степлар Ассасина. Сейчас намного все сложнее будет у Team Life. Свой prime шанс, как это называется, да, они уже потеряли. Когда они были на голову сильнее своих оппонентов, и когда они, в принципе, имели шанс снести. Но вот опять-таки, полторы, скажем так, неудачные для них драки. Ой, шикошот, Эйс, да что ж ты вытворяешь? Хэст уже рота, стяжка троих, стенка, идите сюда. Забираю свои слова обратно. Никаких шансов команды Zero Try в этой игре не будет. Минус 2. Темпларка спрятался, вроде бы в Мелоди, пытается еще жить. Азан под... Под БКБшка снова в Блавулос ловит. А смотрите, убивают троих игроков команды Live. И Ньюбик-то всех покарал, оказывается. 3 в 3 размен. Крита проблемы, но правда Госкептер. Линк тоже, скорее всего, идет. Линка здесь ТП-шит Чен. Крит. Эйс здесь. Надо связать, надо связать. Связать пока не с чем. Ньюбик мансит. Ньюбик мансит. Получает арчит. Дерется Эйс под винраном. Ньюбик. Вот интересно, у них получается схватка. Шиклшот не срабатывает, Эйс подставляется под рейджом. Эйс, башт работает, будут проблемы. Башт срабатывает, Эйс. Эйс, еще одна плюха, Ньюбик, догнать. Уничтожает. Неплохо получилось. Ай, крит подставляется, тоже Госкептер. Госкептер есть, но ТПшки нету. Ньюбик еще и поюзывает, еще всякие Hand of Midas себе во время этого. Линк летел, отлично засейвил. Ну, молодец, крит на самом деле сагрил на себя. Очень много времени на себя, точнее отвлек внимание здесь Блавы и... Ньюбик, извините, да, не Блавы. Все-таки привык на том, что все-таки Блава фармит на Эксе. Вот, ну и Линк подоспел вовремя. Спас свою команду. Ну, опять-таки, неоднозначная драка с ровным разменом, по сути, получается, да? Вот, ну, не знаю. Я казалось, что Team Life эту драку, конечно, выиграет салат после стенки стяжки и стажеров на троих. Однако Ньюбика не стянули, Ньюбика проигнорировали. А он там потихонечку выгрызал своих оппонентов. Ну, посмотрим. Эта карта, конечно, принимает очень интересный оборот, на самом деле. Не все так просто. Здесь Zero Try дают очень сильный отпор. Ну, вот смотрите. Пошли Team Life забирать Рошана. Ну, конечно же, команда Zero Try об этом знает. И, конечно же, будет за этого Рошана драться. А давать просто так нельзя. Пытаются очень быстро убить. Здесь уже пошли тринты, да, значит, сколы. Подтягиваются на Варден, ПКК тоже рядом. Ну, и сверху у нас... в миде, точнее, находится у нас Блава на Бэтрайдере. Кстати, покупайте себе Ogre Club, что интересно. Но все-таки... Ого, влетел у нас здесь пак. Что они сделали вообще? Поставил отличный дримкоил, не зацепил Бэтрайдер. Это как такое бывает? Ай-яй, Рошан остался лоу хп и будет ли пытаться стилить кто-то? Значит, профит ультимейт. Линк здесь. Да, ну все-таки спокойненько Винрандер забирает себе Аегис. Более-менее. Мидя! Бэтрайдер опять пытались зацепить, но Фаерфлай откадешился и спокойно уходит через текстуры. А здесь Бэтрайдер врывается и крита поймали, крит! Крит, Госкептер успеет включать, да, но ультимейт нужно подхилиться хоть как-то. Нет, его фейтболтом просто приговаривает. К 49-секундному заключению в своей таверне сейчас. Эйс на разворотчик шот пытался дать, форстаф и тебя пытается уйти. Абсолютно по всем попадает трэпом, и Веротра идут. Вы тут в ответную атаку. Остается в стенах, стажерот пытался стянуть, не получилось, потому что уже БКБшки имеются. Минус Nature's Profit, Линк. Йобик захиксовали, ну просто чтобы уйти, просто чтобы уйти. Сохранить хотя бы Аегис, а? Эйс здесь, Линк здесь, да, все остальные остаются живы. 21-25. Два фрага в исполнении команды Zero Try. Ну и перетягиваются вниз. 30-я минута. Неужели Zero Try победят таки, а? Так, ну зато 2 таура сейчас будет таскать драка, да? Линк здесь пытается дефать, в принципе, как и Эйс. У них для отпуша хватает очень сильных магических спеллов сейчас. А это повышит иллюзор Орб, конечно же. Однако здесь дэмэджа с руки много. И даже Азен, в принципе, через рефракшн умудряется протанковать. Поэтому Тауэр очень быстро падает. А Бэтрайдер, смотрите, в спину зашел. Сейчас будет цеплять ВР-ку или нет? У Ньюбика захватили и схватили. Все-таки не ВР-очку, а хватает они здесь Линка. Стяжка хорошая, опять-таки, от Кастажерота, но бить нечем. Ньюбик пошел вперед, Ньюбик. Ньюбик спрятался, в инфест успел, опять-таки. Бэтрайдер забрал один фраг, это минус пак. Эйс здесь.
пытаются драться. А здесь стрел крит. У нас есть госкептер. Есть госкептер, но мека прожимается, пока не юзает. Форстафуется. Приходится на Энс. Пруты не точно. Дримкой отлично от пака. Линк отлично ворвался. Здесь минус Найкс. Но Найкс делает байбек. ПКГ тоже убили. ПКГ байбек не делает. Дримкой по Азну. Азн. Рефракшн нет. Азн. БКБ включает. Азн, беги. Какие имелды? Ты о чем? Ну, смотри, вар же стоит. Ну что ж ты делаешь? Ты вард еще поставился. ПКГ. ПКГ в таверне. Ну, минус 3. Да ладно. 29-22. Отыграли эту драку команда Team Life. Отыграли, выиграли. То есть, конечно, бесспорно. И Эйс до сих пор Аегис не потерял. И моментально стремятся смотреть в мид. Надо сносить Т2 Tower. Знают об этом прекрасно. Пока нету главной темпларки, да? Пока нету еще и суппортов. Нюбика видит здесь. Он бьет эншентов. Может быть, поймать, а? Есть же даггер. Есть даггер, есть хекс и Нюбик. Иди сюда, Нюбик. Форстафует его, Бэтрайдер поймает. Шиклшот! Нюбик в таверну! Бэтрайдер улетает на Firefly, конечно. Давил на пятки, пытается улететь. Но здесь Т2 Tower потеряет однозначный. Как же неудачно умер здесь Нюбик. Как же он подставился, да? Ошибка, очень большая ошибка сейчас. Байбека нет у Найкса. Только делал. И без Найкса 5 минут. Пойдут ли дальше команда Life? Конечно, пойдет. Но они прекрасно понимают. Найкс только что байбекался. Они его поймали сейчас. И действительно хороший шанс для того, чтобы снести один лайн. Пусть мид, ничего страшного. Главное снести. Потом уже будет проще. Так, спруты здесь прячут. Ну, форстафает себя, конечно же, здесь блава уходит. Потянули. Потянули моментально минус ПГГ. Зачем подставился, неясно. Конечно же, откадышился уже Хекс там. Спруты, тринты опять пошли. Т3 Тауэр уже пол хп потерял. Фейтболтайм пытается Варден как-то отдефать. Азен, в принципе, тоже здесь. Есть у него БКБ. Врывает, смотрите, на Бэтрайдер. Поставили дримкоил по одному блаве. Блава. Стеночка. Умирает Бэтрайдер. Темпларочка создает свои иллюзии. От них же проседает очень плотно. Плюс подарчида. Байбек от Бэтрайдера. И все живы, команда Team Life. Сейчас будет мека. Арканы проюзали. Все нормально. Ультимейт сейчас будет отчена, неплохо. И можно же опять-таки с полными силами пытаться... Ой, как стянул! Хеста же родан и привязка! Да что же эти лайфы делают-то? И Хекс еще моментально накрывает минус темпларочку. Сцепили Варден. Варден тоже минус. И только сейчас жив Бэтрайдер вместе с Найксом. Но что они вдвоем сделают? Они в пятерых не залезут. Им нужно отдавать лайн сейчас. И все, просто отдать лайн. И постараться не дать другие лайны. Минус бараки, однозначно. Лайфы, не знаю, ну, может быть, они перетянут сразу. Врывается, все-таки Бэтрайдер влетел вместе с Нюбиком. Пытается убить тебя на большие проблемы, Эн. Эн все-таки умирает, но Юбик за это поплатится сейчас своей жизнью. И не стоило он того, точно. Нейс Профит делает байбек. Чен же это в живых, потому что форстафы. Бэтрайдер. Лол, Чен подхил. Бэтрайдер, Бэтрайдер. Иллюзорий Орд ловит, и Крис живых-то остается. Это была огромная ошибка. Не стоило. Советовал, говорил я им нельзя. Они же меня не слушают. Откуда они меня могут слышать? Нельзя было вдвоем рваться, это грубейшая ошибка. Понятное дело, что будут байбеки. Они снесли Рошан, они выиграли два подряд замеса. Конечно же, у них есть деньги на байбек. О чем они думали? Нюбик вместе с Блавой, когда врывались. Сейчас еще и вторую сторону потеряют. Но это совсем провал уже. Мид упал, нижние бараки тоже падают сейчас. Да, ну бараки падают. Ну, юзается мека очередная. Крит-то просто по КД юзает арканы, всякие меки и ульты свои. Третий лайн может быть сразу. ГГ надо писать. Все, эта игра проиграна уже. Можно было зацепиться, если бы они врывались на X вместе с Бэтрайдером. Да, были шансы, а так... Ну и на третью сторону сразу, моментально. Да, пришел сюда Н, вызывает тринтов. Т3 Tower уже тут пополовину битый. Абсолютно все нарезают с руки, очень больно. Бараки тоже падают. На дефе у нас теперь только темпларка, Рубик и ПГГ, понятное дело. ПГГ у нас без каких-либо сумонов. Рубик не тоже как мясо бегает. Темпларочка одна не пойдет. А бараки падают. Ну, это ГГВП. Да, ГГ пишет, у нас Азен. Все-таки лайфы дожимают. Дожимают. Были шансы у команды Зеротрай. Немножко не хватило. Немножко не доиграли моменты какие-то. Вот немножко там, скажем, замесы чуть неправильно сыграли, и все. Ну, в общем, команда Team Life сегодня показывает потрясающую доту. Они выиграли сначала команду Team Our Bites. Сейчас там 2-0 по картам. Взяли 3 очка. Сейчас выиграют команду Zeratrai. Один из ключевых соперников в группе они тоже выносят со счетом 2-0. Зарабатывают 6 очков всего лишь за один день. И все у них действительно очень даже хорошо. Ну что, ребят, потрясающие игры были. Я не знаю, как вам, но мне понравилось. Обязательно вводы, конечно же, я выложу в своем паблике на vk.com/adekvattv. Кто эти игры пропустил, обязательно смотрите. Тем более вторую карту. Вот. Ну и у нас сейчас будет небольшая пауза. Я узнаю, будет ли у нас игра под номером... Встреча под номером 3 между командами Zeratrai и Our Bites.